Москве произошло два больших события. 15 мая, к большой радости москвичей, была открыта первая линия метрополитена. Протяженность ее составила около 11 километров. Я не извозчик, я водитель кобылы. Только гляните над Москвою, утро весеннее где, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Второе событие прошло практически незамеченным для основной массы москвичей. Зато вызвало большую радость в семье Сергея Ивановича и Анны Ивановны Малковой. У них родился сын. Родные долго не гадали, и Юрой мальчика назвали. Народ примеров массу знает, и Юрия всех уважает. Кем первый камень заложен в том городе, где мы живем? Кто первый в космосе? Гагарин. Отличный наш советский парень. Художники есть и артисты, писатели и футболисты. Саульский, Пименов, Нагибин, Никулин Юрий, Куклачев. А наш Юрочка – Малков. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Когда началась Великая Отечественная война, Юре было 6 лет. Закончилось 10 лет. Парад Победы, который прошел в Москве в июне 1945 года, Юре врезался в память на всю жизнь. Военное полуголодное детство. Семья жила в коммунальной квартире, как почти все москвичи в то время. Комната 9 метров на четверых. В семье появилась младшая сестренка. Юра до 15 лет спал на стульях, соединенных фанерой. В конце 40-х Юра учится в начальной школе. Целыми днями пропадает на улице. Любимым развлечением мальчишек тех лет было вскочить в трамвай на ходу и висеть на подножке, держась за поручни, стоя на ней, на подножке на одной ноге. Старые трамваи были другие, не такие, как теперь. Когда дверь закрывалась, и поручни, и ступеньки оставались снаружи. Конечно, сойти с трамвая, когда он остановится на остановке, было скучно. Надо было спрыгнуть на ходу. Однажды свидетелями такого кульбита оказались родители Юры. Как только он спрыгнул с подножки трамвая, увидел, что навстречу ему идут отец с матерью и младшей сестренкой. Отец не сказал ни слова. Ляля смотрела на брата с восхищением, как на героя. Мама только спросила: «А тебе не страшно было, Юра?» «Не-а», – беспечно ответил он
и побежал по своим мальчишеским делам дальше. Никаких нотаций, только укор в глазах родителей. И этого было достаточно, чтобы он задумался, а стоит ли? Этот прыжок с трамвая был последним. В 1950 году Юра окончил семилетку и поступил в Московский техникум цветной металлургии. Новая жизнь, новые друзья-товарищи. Часто собиралась компания в маленькой комнате коммунальной квартиры. Дурачились, пели. Мама была очень гостеприимная, привечала всех. В 1954 году Юра окончил техникум, получил специальность металлурга цветных металлов и был направлен в Институт металлургии Академии наук. Но дружеские связи с товарищами тех лет сохранились до сих пор. Правда, ряды их значительно поредели. Было 35 человек, осталось 9. И все-таки встречаются почти каждый год. В 1954 году Юру призвали в армию. Служил он на Балтийском флоте под Калининградом в морской авиации. В 1957 году его демобилизовали, и он вернулся на работу в Институт металлургии старшим лаборантом. Занимался жаропрочными сплавами для авиации. В 1961 году Юра женился. В 1962 году родился сын Павлик. Началась счастливая семейная жизнь. Жена Лариса, красивая, веселая, любящая, была всегда его поддержкой и опорой. Так и текли эти годы. Семья – надежный тыл. Интересная работа в Институте металлургии. По сумме накопленных материалов, не будучи в аспирантуре, в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет около 25 научных работ, 4 авторских свидетельства. Работая в Институте металлургии, крупнейшем институте Академии наук, в течение 5 лет являлся заместителем секретаря парткома института. В 1973-75 году участвовал в подготовке и проведение эксперимента «Универсальная печь по плавке металла и сплавов в условиях невесомости». В 1965 году участвовал в программе «Союз Аполлон» и для проведения имитационных испытаний был командирован в Америку в космический центр имени Маршалла в город Хенсвилл. Он был вторым советским человеком, первым был космонавт Севастьянов, которому позволили пребывание в суперзакрытом американском космическом центре. Итоги эксперимента подводили вместе с космонавтами Кубасовым и Гречко. С 1979 по 1982 год по линии Госснаба был отправлен на работу в ГДР. В 1986-1991 году вторая командировка в ГДР представителем внештехобмена при Госснабе СССР. По возвращению в Россию вновь работал начальником отдела во внешпромтехобмене до ухода на пенсию в 1995 году.
90-е годы были тяжелыми для страны, для работающих. Трудно было очень устроиться на работу по специальности. И Юрий Сергеевич окончил курсы бухгалтеров. И с 1999 по 2010 год работал на фирме «Брайден», который возглавлял генеральный директор немецкого канатного завода в городе Гельсенкирхене Ули Бракельман, с которым до сих пор сохранились хорошие дружеские отношения.
расскажи мне о войне. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. А я вспоминаю 22 июня 41 года. Был прекрасный солнечный день. Мне, 6-летнему мальчишке, доставляло огромное удовольствие прыгать по участку, по садовому, где мы снимали комнату на летнее время, и играть в различные игры. Но в настроениях взрослых была какая-то напряженность. В обед вернулся мой отец. Все собрались на террасе. Хозяева, мама моя, отец. Отцу дали табуретку, все остальные оставались стоять стоя, облокотившись на кухонный стол. Отец сделал большую паузу, а потом сказал: война началась. Сразу все обмякли, стали искать стулья, сели за стол, но больше никто не проронил ни одного слова. Для меня, конечно, для мальчишки, эти слова были совсем непонятны. Мы же любили играть в различные войны с друзьями. Где-то только на следующий день я понял, что что-то произошло страшное, потому что хозяин выпилил несколько кустов фруктовых уже с ягодами набухшими, и на этом месте вырыл большую яму. На другой день, когда появилась крыша над этой ямой, мне объяснили, что это бомбоубежище. И когда самолеты полетят, надо срочно прятаться в это бомбоубежище. Это уже было первое неприятное для меня понимание, что такое война. Спустя пару недель по нашей улочке, параллельной Щелковскому шоссе, прошла колонна танков. А нам, мальчишкам, это было большое удовольствие потрогать настоящий, серьезный, большой танк. Спустя, опять-таки, пару недель, вдруг, гуляя по окрестностям, мы с мамой и сестрой обнаружили, что в подвалы вокруг церкви сваливают целлофановые куклы. Но куклы не те, которые я привык видеть у девочек в красивом платье, или сидящие, или спящие, а по отдельным деталям. Головки, животики, ручки, ножки. Это уже произвело на меня очень тяжелое впечатление. Там мы прожили на этой даче до глубокой осени. Отец работал рядом, работа у него была ответственная, нужно было срочно
заменитель сегодняшней пленки ПВХ, водоотталкивающую бумагу, начать выпускать на этом заводе. Но 16 числа, когда немцы прорвали фронт под Москвой, завод закрыли, отцу велели срочно возвращаться в Москву. Нас, двух детей, обули во что было, потому что зимнюю-то одежду не брали, и мы пошли на станцию Балашиха. Станция Балашиха была расположена далеко за следующей деревней, а там еще надо было идти полем, и все было покрыто уже глубоким снегом. Это было 16 ноября 1941 года. Я всю дорогу помню, конючил, сестра стойко шла всю дорогу, не проронив ни слова, хотя ей через 10 дней должно было исполниться только 4 годика. А мать, чтобы отвлечь мое внимание, показывала на деревенские колодцы, журавли, говорила, как они красиво выглядят, пыталась меня отвлечь. К вечеру уже темно, пройдя и пустынные поля, и не встретив ни одного человека, мы добрались до станции Балашиха. На станции стояла электричка, теплая. Наконец мы смогли сесть в электричку, но мы были единственные, кто ехал в этот вечер в сторону Москвы. Девятое мая я помню отлично. Еще с раннего утра в нашей коммунальной квартире было беспрерывное хождение. Все ждали какого-то сообщения по радио. Днем объявили, что гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала. Все обрадовались, зааплодировали в коммунальной квартире, а скоро приехал отец с работы. Он сказал, что надо срочно идти на Красную площадь. Мы поддержали, отказались и от обеда, и от ужина, и бросились на улицу всей семьей. Шли по своему коровьему валу, по коровьим переулкам, прибежали на полянку, а на полянке народу было уже очень-очень много, во всю ширину полянки. Трамваи не ходили, а народ, кто шел, кто бежал в сторону Красной площади. Уже начало темнеть. Мы смогли дойти до кинотеатра «Ударник». Толпа была огромная. Вот как на каких-нибудь парадах и так далее. 5 человек на квадратный метр, не меньше. Люди все были, пели песни, плясали, танцевали. И все пытались идти дальше на Каменный мост. Уже началась ночь. Народ все прибывал, а через Большой Каменный мост перейти уже дальше в сторону Красной площади было невозможно из-за обилия народа. В темноте вдруг вспыхнул в небе портрет Сталина, поддерживаемый аэростатами. Что творилось в это время в толпе, словами описать невозможно. Настолько все ликовали, веселились, хлопали в ладоши и кричали, что, наверное, было слышно без всякой оптиковолоконной связи до самого Берлина. Мы долго после этого еще, наверное, с полчаса ждали салют. Потом был салют праздничный. И когда отгремел праздничный салют, мы, поскольку отцу надо было на работу, а нам с сестрой в школу на другое утро, мы пошли домой. Но домой идти было еще тяжелее, чем в сторону Красной площади, потому что толпа все нарастала. Конца толпы было не видно. Но мы пришли счастливыми и довольными домой и сразу заснули. Четвертого июня 45 года погода была в точности такая же, только утром
Было солнышко, но весь день, потом моросил мелкий дождь. В этот день отец меня взял на демонстрацию, которая состоялась на Красной площади после парада. От заставы Ильича мы двигались через всю Москву по Золоторожскому валу, через Артамоновское депо, где было очень много трамваев, и это на меня произвело очень хорошее тоже впечатление. Через Лефортово, улицу Радио, улицу Казакова, вышли к земляному валу, шли по улице Богдана Хмельницкого, где-то какими-то переулками перешли на Сретенку и дошли до, уже была введена впереди Лубянский пассаж. Собрались мы очень рано. Нас ждал первый сюрприз в этот день. Пришли все люди, которые работали в организации вместе с отцом. Много было детей. Нас ждал горячий чай и бутерброд с колбасой копченой, которую мы до этого просто как дети войны и не видели. После этого раздали нам оформление. Многие пришли со своим оформлением. В основном это были зеленые веточки, распустившиеся уже к 24 июня. И разные бантики на веточках, разноцветные. И красные, и белые, и зеленые, всякие. Было очень красиво и хорошо. Народ с большим ликованием на демонстрацию. Колонн было очень много, колонны все переплетались, нужно было останавливаться, пропускать другие колонны, потом где-то нагонять время. Все двигались вперед с огромным энтузиазмом. Среди демонстрантов было много, кто пришел с аккордеонами, с баянами, с гармошками. Единственное, что не помню, чтобы были гитары. Люди пели песни революционные, военные. Настроение было прекраснейшее. А на каждом углу нас ждал по духовому оркестру. Оркестры были не такие уж большие, но очень веселые и хорошие. Так мы дошли до выхода на площадь Дзержинского. Там колонна остановилась, мы долго постояли. Затем объявили, это уже было 5 часов вечера, что на этом демонстрация заканчивается. Но народ не расходился. Всем хотелось обязательно дойти до Красной площади и увидеть Сталина. Причем по ходу колонн были большие черные громкоговорители. По ним велся репортаж с Красной площади. Сначала парада, потом демонстрации. Во время демонстрации, когда Сталин уходил, с трибуны объявляли, и колонны, естественно, притормаживали шаг. Когда же он возвращался, там через 10-15 минут, колонны ускоряли шаг настолько, что просто переходили чуть ли не бегом. И вот в этой ситуации, в 5 часов вечера, когда объявили о том, что демонстрация заканчивается, народ долго не расходился, и мы поехали домой. Дома мать обнаружила, что то пальто, которое она перелицевала из каких-то лоскутов, вот в этом месте у меня была красная полоса. Это просто древко флажка, флага, который мне дали. Я держал все это время ровно и не отгладил его ни в какую сторону. Только в одном месте была красная полоса от древка флага. Все остальное пальто было чистое. Ну, за это попало не мне, попало отцу, который не научил меня, так сказать, держать древко чуточку подальше. Но это были такие ласковые просто слова. А этот день для меня, еще раз хочу повторить, имеет огромнейшее значение. Именно в этот день я по своей душе дал клятву на верность Советскому Союзу
моей стране, моему народу, и другой страны мне не нужно. Видел на Калужской своей площади, на своей, так сказать, родине, проходила колонна немцев, шли они по Калужскому шоссе, тот, который сейчас проспект Ленина, вот свернули с Октябрьской площади на Крымский мост и ушли дальше. Колонна была длинная, очень. Отношения людей я не могу сейчас сформулировать, как люди относились. Я единственное помню, что после них ехала серия водополивальных машин, которые поливали мостовую от всякого мусора, оставшегося от прохождения колонны. Эти машины водополивальные я увидел впервые в жизни. И что произвело на меня больше впечатления? То ли немецкая колонна, то ли эти машины, я не помню. Народ не плевался, народ может кулаки и показывал, но это уже чувствовалось, что после Сталинграда мы чувствовали свою силу, а народ был умный, народ был очень умный. Либералов тогда не было, каждый готов был пойти на защиту своей страны в 24 часа. Все чувствовали свою ответственность за то, что происходит и на тротуаре, и на мостовой, и в дальних далях от Москвы. На телеканале России специальный праздничный выпуск «Вестей». Добрый вечер. В этот день с вами вместе Мария Ситель и Андрей Кондрашов. Поздравляем вас с Днем Победы. Сегодня вся наша страна отмечает великий праздник. 70 лет назад наш народ завоевал победу в самой страшной и кровопролитной войне за всю историю человечества. Низкий поклон нашим ветеранам за то, что 70-летий назад выстояли и подарили мир будущим поколениям. Только по воспоминаниям тех, кто прошел войну, кто трудился в тылу, кто жил в то страшное время, можно себе представить, как ждали победу, как ликовали 9 мая 45 года. И как плакали, не дождавшись с фронта своих сыновей, мужей, отцов, дочерей и сестер. День Победы навсегда останется праздником со слезами на глазах. С этим великим праздником мы поздравляем всех зрителей телеканала «Россия», всех граждан нашей страны и бывших республик Советского Союза. Сегодня утром на Красной площади в Москве состоялся грандиозный военный парад. Впервые прямо во время парада была объявлена минута молчания в память о погибших в борьбе против фашизма. О важнейших моментах парада Евгений Рожков. Подгас.
государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! На Красной площади два неизменных символа страны. Российский триколор и знамя Великой Победы. Сегодня все равнение на них. Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу выезжает на парад через ворота Спасской башни и надевает головной убор только потом, сперва поклонившись надвратной иконе. И дальше все движение расписано уже строго по секундам. Больше 16 тысяч военнослужащих всех родов войск в полной готовности на площади. Министр обороны направляется к верховному главнокомандующему. Товарищ верховный главнокомандующий, вооруженными силами Российской Федерации! Войска Московского гарнизона к параду во знаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Президент Владимир Путин поздравляет с 70-летием Победы прежде всего ветеранов. Это их заслуга. Поздравляет всех участников парада и гостей. Здесь, на Красной площади, его коллеги, главы государств со всего мира. И уже первые слова про уроки нашей общей истории. Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами, объявляется минута молчания. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура! Историческая часть парада совсем как это было тогда, в 1945-м. Знаменные группы со штандартами всех советских фронтов свой шаг по брусчатке чеканят расчеты, одетые в форму того времени. Тяжелая военная техника заставляет многих зрителей подняться. Столько здесь новинок. БТР-82 для морских пехотинцев. Умеющие плавать бронемашины «Ракушка». Самые надежные российские танки Т-90. И то, что скоро придет им на смену. Танки «Армата». Их рассекретили только сейчас. Когда на Красной площади появляются ярсы, брусчатка начинает дрожать. Эти огромные ракетные комплексы на колесах – основы нашей мобильной группировки ядерных сил. И аналогов в мире не имеют. Ну а в воздухе уже гул моторов и рев двигателей. 143 самолета и вертолета. Такого тоже еще никогда не было. Лучшие в своем классе ударные К-52 «Аллигатор». Крупнейший в мире военно-транспортный Ан-124 «Руслан». Воздушный танкер, самолет-заправщик Ил-78. И самые популярные в мире российские истребители МиГ-29 и Су-35. Истребители выстраиваются в небе в виде числа 70, а затем штурмовики раскрашивают небо над Москвой в цвета российского государственного флага. И тут же сводный оркестр из тысячи музыкантов преподносит свой сюрприз – финальную «Мы армия народа» исполняет акапелла. Священные слова Москва!
еще одно событие, которого ждали. По России прошел бессмертный полк. Совершенно беспрецедентная акция. Только в Москве в составе полка шли свыше 500 000 человек. Безбрежная, бесконечная река памяти. Много часов подряд не секал людской поток. Плыли-плыли по улицам портреты тех, кто приближал победу. Репортаж Полины Ермолаевой. Это великая людская река с истоком у Белорусского вокзала протекла по Тверской и разлилась на Красной площади. Полк бессмертный и непобедимый, потому что память победить невозможно. К шествию присоединяется Владимир Путин. Его отец Владимир Спиридонович воевал и был ранен на Невском пятачке. Я очень счастлив, потому что и мой отец вместе со мной вот сейчас в руках у меня его портрет. И сотни других и тысячи других простых людей, простых солдат, тружеников тыла могут сейчас появиться на Красной площади. Пускай и в фотографиях своих близких, но они это заслужили. Солдаты-победители, они снова в строю. Наши любимые, отцы и деды, мамы и бабушки. Мы совесть по ним сверяем. Вот маленький Ваня, правнук танкиста. А Степана назвали в честь прадеда-героя. И каждая история, омытая слезами, страница в летописи Великой Отечественной. Прапрадедушка живой вернулся, а его сыновья полегли на полях сражений. Такого грандиозного гражданского преклонения современная история не знает. Кто-то вспоминал, как ликовала Москва 9 мая 45-го, а кто-то в этот день получил похоронку. Одна на всех победа. Дочь Анатолия Попанова, Елена, рассказала, как отец, фронтовик, комиссованный после ранения 9 мая 45-го, сыграл свадьбу. А дед Гоши Куценко из Днепропетровска вел на фронте дневники на русском и украинском. Бесконечный людской поток. То и дело в воздухе раскатывалась победная «Ура!». Концентрация эмоций фантастическая, а порой и слов не хватало. Тогда запевали любимые песни победы. С черно-белых, иногда чудом сохранившихся фотографий смотрят такие родные глаза всех тех, кто с нами навсегда. 1418 страшных дней, память о которых не имеет границ и национальности. И сегодня под знамена бессмертного полка встают австрийцы, англичане, немцы и китайцы. Колонны шли 3 с лишним часа. 70-я годовщина Великой Победы бессмертный полк превратила в целую армию. Невообразимые 500 000 человек с портретами в руках, слезами в глазах и навсегда живыми победителями в сердце. Алина Ермолаева, Ольга Скобеева, Павел Зарубин, Сергей Довгаль. Вести. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли.